Дорогие друзья, хочу представить вам вот цыган, сербо, участник СВО, служит нашему дорогому, нашей дорогой России, защищает ее. Фамилия его? Степанов. Степанов. Павел Петрович. Павел Петрович. Пожалуйста, скажи несколько слов, мой дорогой. Поздравляю цыганских цыган. Зор Бахтова на много лет. Состей Зора Летова. Ну, пожелаю то, чтобы вообще в России было мир, чтобы всегда друг друга поддерживали, помогали. На фронте там самая поддержка нужна, друг друга, чтобы уважали. Мы цыгане, мы тоже любим Россию и будем защищать ее. Слава России, победа за нами. Победа за Россией, победа за Россией. За Россию, за нам, за нас тоже. Давыд Бахталом. Цыгане с нами, победа за нами. Давыд Бахталом. Скажи, что мы гордимся им. Да, мы гордимся, мы гордимся, мы гордимся своей нацией, гордимся, спасибо, что наши защитники, цыгане, защищают нашу Россию, наш мир. Всем здоровья и счастья. Дай Бог здоровья.